Авиации южной группировки войск нанесены ракетно-бомбовые удары по скоплениям живой силы и опорным пунктам ВСУ на Солидаро-Артемовском и Александро-Калиновском направлениях. Также поражен район сосредоточения резервов нацбатальона «Кракен» в районе населенного пункта Дзержинское. Подразделениями 8-й общевойсковой армии Южного военного округа сорваны две атаки штурмовой группы ВСУ с целью прорвать оборону в районе Майорска. Артиллерией группировки в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены два 120-мм миномета противника, самоходная артиллерийская установка «Паладин» и склад боеприпасов на Лисичанском направлении. Также артиллеристы поразили боевую машину пехоты «Брэдли» в районе населенного пункта «Дружба», танк в Авдеевке и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы «Антипекью» в Дзержинском. Экипажам тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» нанесено поражение по скоплениям живой силы противника в районе Богдановки.